отличаются тем, что они до последнего винтика в оригинале. То есть здесь нет, здесь все, что здесь есть, это 39-го года. То есть вся машина собрана в оригинале, и ничего нового в ней нет. Вот, машина собрана качественно, надежно. Вот, и, собственно, вот. Спортивный руль, гидроусилитель руля установлен, коробка передач пятиступенчатая и все другие приборы. Вместо спидометра тахометр, который только обороты. Здесь ручной тормоз гидравлический, который помогает на льду машину закидывать в занос. Вот. Ну и здесь еще отдельно вешают специальные штурманские приборы, потому что главное — это навигация. It's 1960 end of the year production period. This car was bought originally by myself in Lipetsk in 2008. It was in a pretty good shape. It was painted, but it had undergone the complete cycle of restoration, and most of the works was carried out by myself. Я увлекаюсь коллекционированием педальных машин, и это очень редкая машинка, которая долгое время считалась потеряна полностью. Эта педальная машинка выпускалась на ГАЗе, на заводе, выпущена она была в первой половине 1934 года. И она долгое время, мы о ней знали только по фотографиям, и абсолютно случайным образом, глубоко в деревне, нашли, реставрировали, и вот теперь участвуем сегодня здесь в этом мероприятии.